Могу я задать вам вопрос, мэм? Да. Как вы узнали, где учатся мои дети? Должно быть, прочла в отчете об инциденте. Простите, мэм, не хочу нарываться, но взрыв произошел так быстро. В тот момент было невозможно отследить связь. Возможно, я узнала от коллеги в департаменте образования, когда просила найти место вашему сыну. Дэвид, поговорим по... Пригнитесь! Ложитесь! Сворачивай! Твою мать! Мэм, не поднимайтесь! Пули могут пробить окна, но не бронированный корпус. Центр, это Сьерра Зулу 7-9. Мы попали под обстрел. На Торнтон Серкус. Машина разбита. Лаванда жива. Прием. Повторяю, Торнтон Серкус. Лаванда жива. Сьерра Зулу 7-9. Принято. Свободно патрулям. Выехать на Торнтон Серкус. Немедленно. 4-7. Это 7-9. Перейти на вторую частоту. Принято, 7-9. Терри погиб. Мы ждем подкрепления, и вы не высовывайтесь. Вас понял. Не волнуйтесь, мэм, пули не пробьют бронированную обшивку. Все хорошо. Тише. Центр, это 7-9, Сьерра Зулу. Докладывайте, 7-9. Нам нужна вооруженная поддержка и вертолет. Как можно быстрее. Вас поняла. Район оцепили, гражданских эвакуировали. Спецназ в пути. Время прибытия 2 минуты. Принято, центр. 2 минуты, мэм. Еще немного, все будет хорошо. Вы отлично справляетесь. Вы молодец. Не бойтесь. Все в порядке, мэм. Держитесь, мэм. Все будет хорошо. Вы молодец, слышите? Вы молодец. Все хорошо. Не поднимайтесь, мэм. Центр, это 7-9, Сьерра Зулу. Докладывайте, 7-9. Стрелок на крыше Пасха Хаос в 300 метрах от Торнтон Серкус. Стрелок 1. Принято, 7-9. Где спецназ? Ставит оцепление. Прибытие 2 минуты. Вы это сказали 2 минуты назад! Мэм, я должен вас увести. Мэм, доверьтесь мне, это моя работа. Четыре семь, это 7-9 на вторую частоту. Прием, 7-9. Мы легкая мишень, увожу лаванду. Вот черт. Держитесь близко за нами. Держитесь, мэм. Главное, не поднимайтесь. Армированную крышу не пробить. Вы молодец, мэм. Я увезу вас с линии огня. Еще немного, держитесь. Не двигайтесь, мэм. Все будет хорошо. Нет, нет, не уходите. Охраняйте объект. Есть. Полиция, всем вниз. Спокойно, не вставать. Мне нужен доступ на крышу. Всем оставаться на своих местах. Скоро прибудет полиция! Проходите.
Где выход на крышу? Прямо и наверх. Полиция! Все кончено, друг. Все кончено. Для меня, да. Но не для тебя. Ты должен завершить дело. Мне конец. Не надо. Кто-то должен ее остановить. Сделай это. Не надо!